все время стараются. Ничего себе, шайба достается московским армейцам, и счет в матче открыт. Вот как важно не допускать ошибки, потому что ЦСКА за эти ошибки наказывает. Шелунов выводит свою команду вперед. Профессиональные качества тоже. Ух, какой момент ЦСКА создает, и шайба залетает в ворота! Соркин, да? Полез на ворота, и вот так вот шайба за шиворот закатилась. Ух, какой бросок сходу от Жиганова, передачу давал под Колзин. Да, Йохансен далеко выкатился и отбил. Предъявляет высокие требования к игрокам. Сейчас шайба у самого борта, посылает ее в сторону ворот Йохансен. И бросок от Жиганова, справляется с этим броском Йохансен. Оборона ЦСКА 2-0. Победа московских армейцев, которые выходят в финал Кубка Гагарина и будут ожидать своего соперника. 0-2.